Помещение, улица Мичурина, площадью 62 квадратных метра общий, с хорошим ремонтом. Здесь у нас на полу плитка керамогранитная под камень. Все помещение отделано гипсокартоном, ровное, светлое. Два зала. Вот этот вот зал первый, большой, основной. Он где-то у нас в районе 35 метров. И здесь вот рядом сразу идет второй зал. Он не такой большой. Он суммарно где-то, наверное, метров 12-14. Вот он соединяется как бы с первым залом. Также есть подсобная часть. Здесь туалет. Небольшой коридорчик, место для хранения. И есть еще помещение, которое считается кухней по проекту. Здесь есть вывод специально газа, газовый котел, все по счетчикам, все официально. Коммуналка из-за этого очень недорогая. Здесь вот такая мини-кухня. Вот такое вот помещение. Улица Мичурина. Предлагается под магазин, под салон красоты, оказание каких-то услуг. Звоните, арендуйте.